плохо, наверное, уговаривать. Ну, если молодой человек не хочет жениться, как, не надо заставлять. Это, как говорится, их дело, молодых. Я как бы за то, что как я уже как и мама, и бабушка, но ведь это же зависит опять обоюдно, чтобы было согласие. Насильно, как говорится, мил не будешь. То есть, если они даже и поженятся, а потом семьи не будет, все они и разведутся. Также выжит сам. И может. Уговаривать, чтобы он вышел за нее, хотя этого не хочет, ну, это просто глупо. Я думаю, человек сам должен решить, надо это ему или нет. Ну, значит, не надо было этого делать. Если по случайности, так сказать, получилось, что она забеременела. Ну, мы тоже с мужем не расписаны. Гражданский муж, но не расписанный, я как бы не собираюсь и не хочу. Просто проблема с документами, с оформлением документов. То есть как бы менять надо, это очень долго, это очереди постоянно. Не знаю, я уже нет. Пережил как-то этот период и конкретно не могу сказать, извините.